Резче удар. Ты молод и играешь в футбол? Хочешь прокачать свой уровень на поле? Тогда смотри уроки футбола и учись у тренеров «Газпром-академии» «Зенита». Привет, друзья! Меня зовут Максим Мосин. Я тренер Академии футбольного клуба «Зенит». И сегодня мы научимся, как правильно исполнять штрафные. Рекорд скорости полета мяча со штрафного – 230 км в час. Идеальный штрафной удар – это скорость 112 км в час и вращение мяча 5-10 оборотов в секунду. Рекорд «Зенита» по количеству голов прямым ударом со штрафного принадлежит Алексею Наумову и Александру Киржакову – по 10 забитых мячей. При назначении штрафного удара мы должны первое установить футбольный мяч на 9 метров от стенки. То есть постараться ниппель, чтобы смотрел на вас. Второе – это разбег, очень важен. То есть отойти на 4-5 шагов. Сделать угол примерно от 45 до 80 градусов. То есть все футболисты по-разному выбирают этот угол. Важно, чтобы при ударе носок опорной ноги смотрел в противоположный угол от удара. Друзья, чтобы закрутить мяч, мы должны ударить в край мяча внутренней частью подъема, вот этой вот части, снизу вверх и направить мяч через стенку. Ну, как правило, на одной тренировке футболисту важно выполнить не менее 50 ударов. А желательно и 100 ударов за одну тренировку. Это займет порядка 35-45 минут. Чтобы обмануть вратаря, обычно встают два футболиста. Это правша и левша. И перед ударом они определяют, кому удобнее закрутить этот мяч. Во время пробития штрафного иногда свои игроки встают в стенку. Это нужно либо для отталкивания крайнего игрока, чтобы уменьшить стенку, либо для розыгрыша. В момент разбега он может открыться, ему пойти передача. Это будет еще один вариант для того, чтобы забить гол. Парни, теперь попробуйте вы. Давай, Данила. Данила, класс! Узнавай новые секреты от профессионалов «Зенита» в онлайн-уроках. Смотри видео, тренируйся и оттачивай свое мастерство.